Всем привет! Где-то неделю назад сходил на ту мусорку, когда выкидывают электронику, и нашел там вот такую вот штуковину. И это такая защита от грозы должна быть. Вроде как вот. Вот тут написано, что там 2 киловольта, 2,5 киловольта, 5 киловольт. Мне стало интересно, что там внутри. Ну вот, давайте разберем. О, и вот что мы здесь видим. Две неонки, пару резисторов, пару варисторов, разрядник и что там еще, и еще какие-то предохранители вот. Квадратненькие вот там вот, рядом с каждым варистором. В общем, я перерисовал схему этой штуки, вот она. То есть розетка, которая подключена к выходу, просто подключена ко входу. Вот. Вход идет сюда. Земля идет сюда. И второй идет сюда. То есть никакого разрыва цепи нет вообще. Потом между фазой и нулем неонка с резистором, просто которая сигнализирует о включении. Потом идут вот два предохранителя, вот эти, возле каждого варистора. Вот варисторы. Тут разрядник на землю. И вот здесь вот еще неонка со светодиодом, которая написана «Protected». То есть, пока предохранители целы, оба, то лампочка светится. Вот как вы думаете, эта штука защищает от чего-то или нет? Мне что-то кажется, что это как-то сомнительно. Ну вот, допустим, есть какой-то разряд очень мощный. Что произойдет? Ну, сгорят эти предохранители. И все, а дальше-то что, ну, цепь оно не разорвет. Ну вот, варисторы там просадят напряжение, можно сказать, на себя могут просадить. Тогда может успеть вырубиться там автомат. А может не успеть. Скорее вот эти предохранители, наверное, сгорят, чем вырубится автомат. А если на землю через разрядник, что тогда? Тоже вырубится там этот УЗО. Если слабый какой-то там разряд, может как-то на себя он его возьмет. А если что-то посерьезнее, наверное, вот эти предохранители скорее сгорят, чем вырубится автомат. Вы как думаете? Пишите в комментариях.